Главный детский хит-парад страны. И сегодня выпуск детской десятки для вас проведут Софи Милова и Саша Абрамейцева, Валерия Сластихина и Полина Буторина, Маша Громова и Полина Слепакова. И Маша зачем-то объявила Сашу. Ее ведь в студии нету, скорее всего, не будет. И может, она запаздывает? Ох, пунктуальность для ведущей – важное профессиональное качество. Ну что поделать, как говорится, опоздал, так опоздал. Но теперь-то уже какая разница? Опоздал, не опоздал, правда, Маш? Ага, текучка, ротация. Угу. Мигрень, а потом миграция. Вы что, слова начали играть? Какая миграция? И девочки, вы же кого-то забыли назвать. А, да нет, Яна, мы никого не забыли. У нас у всех феноменальная память. Не могу не согласиться. Мне кажется, наоборот, вы кого-то лишнего назвали. Как это? Раз, два, три, четыре, пять? Ха-ха, кого нет, иду искать. Меня назвать. Потрясающая, шикарная, обворожительная и Яна Рудковская! Фуф, ну наконец-то, а теперь можно смотреть и первый клип. Всем еще раз привет! Меня по-прежнему зовут Валерия Сластихина. И сегодня именно я буду знакомить вас с результатами зрительского голосования. Как и в прошлый раз, наш эфир открывает клип Алены Глазуновой «Легенды осени». Яна? Да. Все на месте? Да.
Теперь я вижу, что сегодня никто не опоздал. Надо вовремя смс-ки читать. Я ведь кое-кого предупредила, что задержусь на пару минут. Ах, смс-ка, как же я могла забыть? Саша, что же тебя так задержало? Только не говори, что это были пробки. Сейчас только ленивый на них не списывает свои опоздания. А вот зря вы так, зря. Между прочим, пробки – это уже настоящая фобия для мегаполисов. Полиночка, а знаешь ли ты то, что в нашей программе ведущие должны быть, ну, без фобий? Да и вообще, отсюда можно вылететь и даже не успеть этого испугаться. Ой, боюсь. Ах, при чем тут пробки? Я... вьетнамки выбирала. Вот, смотрите. Саша, я стесняюсь спросить. Ты погоду за окном видела? Уже давно не жарко. Может, она к путешествию готовится? Так-так, девочки, давайте послушаем, что нам скажет Саша. Я недавно узнала, что в Новой Зеландии есть специальный праздник. День вьетнамок, или сланцев, как у нас их называют. И отмечают этот праздник в первых числах декабря. Декабря? Все правильно, Софи, декабря. Просто в Новой Зеландии декабрь – это первый месяц лета. О, ла-ла-ла, лето! Море и прибой встречают рассветы. Да, и отмечают этот праздник, как правило, на пляже. Везет же некоторым. Ну а нам-то зачем жаловаться? Ведь у нас так много солнечных клипов. А помните нашу премию Kinder Muse Awards 2013, которая великолепная Олечка Конобеевская стала лучшей исполнительницей года в возрасте от 13 до 18 лет. Ох, как вспомню! Так и вздрогну, правда, Маш? Ведь ты тоже стала лучшей исполнительницей, но только до 12 лет. Да. Ой, а помните, какие у нас были красивые тарелочки? Солнышко. Я тоже такую тарелочку хочу. А ты, Александра, нам все про какие-то вьетнамки, да в мороз. Мечтай, София, мечтай, не вредно. Я уже вчера песню на студии записала, и через неделю буду снимать свой первый и очень крутой клип. Ну вот, самое время как раз посмотреть и наш клип. На 9-й строчке оказалась Анастасия Гуденко с романтичной композицией «Может, это любовь». Что ж, очень даже может быть. Особенно, если учесть, что только благодаря вашим голосам Настя снова оказалась в нашем чарте. Как мне прикоснуться к сердцу твоему, рассказать, чтоб ему, как утром проснуться и понимать, что нужна я ему. Как мне улыбаться этим глазам, тем, что смотрят глаза. Может быть, это любовь, я
девочки, увы. Вас не слышали Аврил Лавин, Ванесса Хаджинс, Ким Кардашьян, Кира Найтли и многие-многие другие. А ведь все они появились в красивых нарядах, которые дополнялись вьетнамками. И заметьте, далеко не на пляже. Чего? Буторина, ты своими знаниями Долганову здесь не включай. Полина, ну что за тон? Вообще-то Соня Долганова скоро будет готова поступать в МГИМО. Чего? Давай здесь, Полин, без приколов, окей? Хорошо? Ты шутишь? Да нет, Яна, все верно. Вы же знаете нашу Соню? Она быстренько прилетела в Голливуд, подписала там пару контрактиков с американскими киностудиями. И также быстренько прилетела в Россию, простудировала там отечественную зарубежную энциклопедию. Ну, в общем, знание ее и так было до чертиков. Так что, что стоит ей дом построить, как поступать в МГИМО? Карл у Клары украл кораллы. Клара у Карла украла кларнет. Молодец. Молодец. Я поняла. Нужно заводить знакомства приятные и полезные. Подари вьетнамке Соне Долгановой. Сложнее не больно. У нее и своих полно. Тем более ты сейчас в них находишься. Поможешь ли дарить будешь? Об этом никто не узнает. 5 минут не считается. Я их просто так примерила. А я хочу напомнить, что Сафья Долганова стала лучшей юной телеведущей года на премии Kinder Muse Awards. А, молодцы, девочки, что не забывайте про нашу Сонечку. Действительно, очень хорошая телеведущая, актриса и пример для подражания миллионов телезрителей. А мы с вами передаем слово дежурному по рубрике Муз-ТВ. У нас 8-я строчка, и занимает ее Элина Сабирьянова с клипом «Ты не такой». Таю, как пломбир, дай мне руку свою и сердце дай. А ты не такой, как все мажорные. Ты тучи разведешь руками в стороны, дели целый мир. Мы будем поровну, только пополам, дни и ночи нам. А ты не такой, как все испорченные по мелочи совсем. Все заботы за диван, рука в руке и солнце, луч в карман, мимо серого дня навстречу сна. Пусть завидуют все и не понять, что без крыльев умеем мы летать, друг без друга и неба мало нам. А ты не такой, как все мажорные, ты тучи разведешь руками в стороны, дели целый мир. Мы будем поровну, только пополам, дни и ночи нам. Ты не такой, как все испорченный по мелочи, совсем не замороченный. Ты необыкновенный, знаю точно я, так тебя ждала, за собой звала. Кстати, девочки, раз мы заговорили о подарках, давайте рассказывайте, кто, кому, что будет дарить и как вы готовитесь к предстоящим праздникам. Мы уже очень-очень хорошо готовимся. Так много дел надо сделать до праздников, а уже совсем мало времени. Главная проблема – сделать оригинальный подарок. Уверена, это очень сложно, особенно если нет вкуса. К тому же, некоторые больше любят получать подарочки, чем их дарить. Но тут главное знать, кому дарить и что дарить. Правда, Ян? А вы, Яна, что дарите близким на Новый год?
как выбираете подарки? Я иду в магазин, а перед этим я спрашиваю своих друзей, чтобы они мне прислали то, что они хотят, по WhatsApp или по почте. И я знаю, что им дарить. Или они сами идут, покупают, а потом мне присылают счет. Вот мы так делаем. Ой, ну все-таки мне кажется здорово, когда ты еще не знаешь, что тебе подарят, и это остается сюрпризом. Лично я люблю приятные неожиданности. О, ну тогда специально для тебя сюрприз. Угадай, кто сейчас занял 7-ю строчку детской десятки. Прежде чем назвать следующего исполнителя, я хочу напомнить вам о голосовании. На нашей страничке на сайте mustv.ru вы можете проголосовать за те клипы детской десятки, которые вам нравятся. Ну а прямо сейчас я с удовольствием назову участницу, которая заняла 7-ю строчку чарта. Это Анастасия Дворянская с клипом «Так просто». Я хочу главное тебе сказать. Посмотри пристально в мои глаза. Там живет то, что тебе и не снилось. Жар огня и холодный водопад. У меня там смешалось все подряд. А потом вверх унесло, что и силы. Так просто, просто так летать навстречу небесам, просто так мечтать и верить в чудеса. Я вам открою секрет, без любви в мире радости нет, ведь это просто так. Я где-то там высоко, и мне светло и легко. Я вам открою секрет, без любви в мире радости нет, ведь это просто так. Я могу сделать ярче этот мир, чтобы ты улыбался и любил, чтобы мы счастьем делились со всеми. И пускай мимо нас летят года, я хочу, чтобы было так всегда. И в любовь вместе поверили все мы. Так просто, просто так летать навстречу небесам, просто так мечтать и верить в чудеса. Я вам открою секрет, без любви в мире радости нет, ведь это просто так. Я где-то там высоко, и мне светло и легко. Я вам открою секрет, без любви в мире радости нет, ведь это просто так. Продолжая тему подарков, хочу поделиться именно с тобой, Саша. Ни в коем случае нельзя дарить обувь. Это еще почему, Маша? Вьетнамки мои, кому хочу, тому и дарю. Пусть радуются. Это приводит к ссорам с друзьями и подружками, к разлукам. Да хватит уже про свои вьетнамки. Ты бы еще купила тапки и всем бы подарила. Беленькие. Полина, Лера, ну что за глупости? Ну, девочки, если Саша не боится поссориться со своими подружками, то пусть дарит свои вьетнамки. А плановые покупки туфель с мамой подарками разве не считаются? Не считаются. И, судя по всему, больше считаться не будут. Девочки, ну перестаньте уже. Не ожидала, что разговор о подарках примет такой суеверный оборот. Давайте лучше вспомним о том, зачем мы вообще собрались, и посмотрим следующий клип. Это детская десятка, и я, Лера Сласихина, готова назвать обладателя, точнее, обладательницу 6-й строчки нашего хит-парада. Итак, ее разделили сразу две спевшие дуэтом юные звезды – Мария Громова и Дарья Филиппова. Кстати, клип у них так и называется – «Звезда».
Звезды тают поутру, прекрасное небо на рассвете. Навстречу я к мечте иду и не погасну в этом свете. Расправив звездных два крыла, парим уверенно по сцене, где в унисон слились слова и выйдет музыка из тени. Чтоб птицы по небу лететь, помним песни мамы, их долго в сердце сохраним и повторяем неустанно. Нам ночь покажет светлый путь, ведь жизни тьму рассеять надо. И окрылённые поём, ведь это музыка награда. Чтоб птицы по небу лететь, иметь бесконечно крылья надо. Ведь нам с тобой нельзя не петь. Мы бесконечно песням рады, в день души и сердца. Искрит желание петь со сцены, льются наши голоса. Ведь это счастье так бесценно. Отлично получается. Просто отлично. Ну, никакого креатива. А ты прям фонтанируешь идеями. А то. И раз уж на то пошло, так и быть. Покажу вам, как надо подходить к оформлению подарков. Но... Так, красавицы, пока вы у меня тут все не разбежались, напоминаю, у нас передача музыкальная. Почему же я не слышу новостей из мира музыки? Вы вообще к эфиру готовитесь? Конечно же. Вот я заметила, то, что в этот Хэллоуин было популярно не одеваться в страшные такие костюмы, а в костюм Майли Сайрус. Ты имеешь в виду бодимишку? Насколько я знаю, Майли скопировала даже Пэрис Хилтон. Но тут ничего удивительного. Пэрис любит все очень скандально. Ну, Пэрис просто милашка по сравнению с выходкой Леди Гаги. Она нарядилась Сальвадором Дали. Для этого Гага прикрепила себе усы, загладила назад волосы и накинула шубу. Прямо как великий художник-сюрреалист. О боже! Так, давайте лучше посмотрим, как дела все-таки в нашем чарте. Спешу объявить еще один дуэт, который участвует в нашем чарте. Это Дима Билан и Ева Самиева. И их клип «Не бойся, малыш» стремительно идет вверх. В прошлой программе он был лишь на 9-м месте, а сегодня, глядите-ка, уже в середине чарта. Почетная 5-я строчка. Эй, детка, ну сколько можно меня лечить? Я конфетка, и вкус мой сладкий не забыть. Да, детка, ты в жизни моей, малыш, что мне делать? Ведь ты со мной о любви говоришь, о любви говоришь.
спишь, у одна не спишь. Да ты не бойся меня, малыш, я не обижу, пока ты спишь. Я не нарушу твой сладкий сон. Ты выбирай, либо я, либо он. О чем ты, детка, говоришь? Ведь ты совсем еще малыш. И тут года, а ты растешь, и скоро все сама поймешь. Да ты не бойся меня, малыш, я не обижу, пока ты спишь. Я не нарушу твой сладкий сон. Ты выбирай, либо я, либо он. О чем ты, детка, говоришь? Ведь ты совсем началось. Как видим, дурной пример девочки заразителен. Причем, скажем откровенно, Гага не самый лучший пример для подражания. Да это же шутка! Ну, прости нас, Полиночка, мы сразу не поняли, что это шутка. Леди Гага с усами или Пэрис в колготках с блеском – это скорее шок, чем шутка. А для меня лично шок – это маникюр Келли Осборн. Ах, это ты о тех бриллиантовых блестках, которыми Келли покрыла свои ногти на вручение премии Эмми. Да, о них. Ну, не знаю, кроме огромной стоимости такого маникюра, это 250 тысяч долларов. Я в нем не увидела ничего необычного. А мне кажется, Келли выглядела круто. И, кстати, девочки, я бы не отказалась от такого подарка. А куда же делась Лера с моим подарочком? Не переживай, Сашенька. Сейчас мы передадим слово дежурному в студию МСТВ. А пока будет идти клип, мы поищем наши пропажи. А вот и четвертая строчка детской десятки. Здесь, благодаря вашим голосам, я, Лера Сластихина, и мой клип «Школа чудес». За что вам огромное спасибо. Проснулись пики солнца на ресницах, я с ними в прятки играю. И нет секрета, что с улыбкой я свой каждый день начинаю. Как много разных дел, но только бы хватило время на то, что мне даже снится во сне, и я ручаюсь смело. Там ждут друзья и мастера, покажут класс, как быть собой и стать звездой. Школа чудес, волшебная сила в ритме своем меня закружила. Знаю, что здесь меня успех ждет. Надо верить и идти вперед. Прекрасная погода и тучи, по небу ветер гоняет. Но наступает час, когда я вновь, забыв про все, убегаю. Туда, где песня живет, сцена сверкает и танец весело зовет. Там сердце стучит одной мечтой, заветной горит, я точно знаю. Там ждут друзья и мастера научат, как быть собой и стать звездой. Школа чудес, волшебная сила в ритме своем меня закружила. Знаю, что здесь меня успех ждет. Надо верить и идти вперед. Мир не верь, открыла. Это только мой путь, и с него не сверну.
зацените. Пришлось, правда, клей, принтер поискать. Тут все-таки студия, а не кружок, очумелые ручки. Лера, ты такая молодец. Просто мне очень нравится твой подарок. Недаром ты получила награду на премии Kinder Muse Awards за лучшее видео года. Это точно. Клип Леры признали самым лучшим клипом года. И я тоже, кстати, отдала свой голос за него. Какая-то она очень легкая. Ты случайно не забыла туда положить сам подарок? Дорогая, пусть это будет для тебя сюрпризом. Кстати, о подарках. Думаю, не все знают, что звезды дарят друг другу не только яхты, машины, замки и драгоценности. Ага. И еще Орасти Скакунов, путешествия вокруг света. Кстати, о путешествиях. Опра Уинфри в качестве новогоднего подарка презентовала своим сотрудникам круиз по Средиземному морю. Ого! Яна, а сотрудникам детской десятки ничего подобного не светит? Девочки, девочки, ближайшее, что нам точно светит, это следующая строчка нашего чарта. В тройку лидеров детской десятки попасть можно, но остаться в ней не так уж легко. Вот пример. На прошлой неделе третье место занимал клип Ольги Коновейской «Лето», а сейчас ее сместила Мария Громова с клипом «Карамель». Мы ведь можем устроить хит-парад самых оригинальных звездных подарков. Только чур не упоминать предметы роскоши. Хорошо. Я предлагаю поместить на третье место нашего импровизированного топа голливудского актера Мэтью МакКонахи. Он подарил всем своим членам семьи электрические зубные щетки и налобные фонарики. Да уж, ничего не скажешь. Просто незаменимые вещи в хозяйстве. Так, думаю, второго места заслуживает подарок, который сделала Николь Ричи своей подружке Пэрис Хилтон. Она подарила ей живую
крысу, которая вскоре родила маленьких крысят. Саша, откуда столько драматизма? Я думаю, Перис крыс совсем не боится. Хорошо. Ну, а кого же мы поместим на пьедестал? Уверена, это должна быть Тайра Бэнкс. Она сригинальничала и подарила своим коллегам красивые пакетики, в которых лежал обыкновенный бургер. Ну что ж, будем надеяться, что в нашем окружении таких шутников не окажется. Конечно, Яна, как можно? Правда, Саша? И вообще, давайте уже смотреть следующий клип. Шаги от желанной заветной первой строчки остановилась Полина Слепакова. Ее клип «Нереальная любовь» уже в эфире. Моя душа, внимая мысли и мои слова, и я решаю за себя сама. И допускаю, что я рядом с ним, и о намерениях мы уточним, что люди думают о нас двоих, и эта песня вовсе не о них. В облаках, но моя нежность у тебя в руках, и я смотрю сейчас в твои глаза, я где-то в них, и я схожу с ума, не допуская явных перемен, и я с тобой останусь без проблем, что все подумают о нас двоих, и я и ты, все это не о них. За часами, что ли, следишь? Нет, Машенька, не за часами, а за местами. В детской десятке осталось только одно незанятое место. Угадайте, какое? А к чему тут гадать? Скоро сами все узнаем. Зрители ведь давно все уже решили своим голосованием. Кстати, о зрителях. Вы не забывайте голосовать. Ну, лично я нет. Каждую неделю обязательно захожу на сайт и голосую за свои любимые песни. Ну, во-первых, ты не зритель, а ведущая. Ну и что? У нас свободная страна. Право голоса у нас никто не отнимал. Стоп. У нас каждый голос важен. Ведь только от этого зависит, как будут распределяться места в нашем чате. Кстати, может, перейдем от слов к делу и посмотрим, кто же стал лидером сегодняшней программы.
Ну вот и подошло время узнать нашего победителя. Детскую десятку возглавила Полина Буторина с клипом «Никто не плачет». Действительно, друзья, для слез нет никакого повода. Уйди в пустоту, закройся пледом слез. Не бойся отпустить воздушный замок грез. Подумай по пути, оставь мечтания след. За бой позади, ведь сердца больше нет. Закинь в темноту шатер из белых роз. Забудь теплоту недавних сладких слез. Представь, что ты лежащий на дне. Прямо бьет, и жизнь на куски превратилась в лед. Не троньте мечты, что еще горят. Закрой, погаси свой кипящий взгляд. Не стоит будить прошлогодний снег. Остынь, закричи, предательству вслед. Любовь отпусти на этот рассвет. Ее больше нет, ее больше нет. Никто не плачет, жизнь уже ничего. Не зря голосовала. Мой любимый клип оказался лучшим. И не забудьте, что уже скоро будет премьера моего личного клипа. Ах, Саша, не хочу тебя расстраивать, но зрительская любовь бывает такой непостоянной. Маша, тебе ли горевать? Твой с Дашей Филипповой клип уже давно обосновался в чарте. Мне кажется, Маша не горюет. Она просто хочет занять место повыше. А что для этого надо? Как минимум, зрительская любовь. Конечно, девочки, вы абсолютно правы. А вы, дорогие наши зрители, помните о том, что ваше внимание необходимо молодым исполнителям. К тому же не забывайте, что все участники детской десятки являются претендентами детской музыкальной премии Kindermus Award 2014, которая пройдет в следующем году 21 сентября также в Крокус Сити Холле. Именно вы выбираете лучших из лучших. Так что заходите на наш сайт телеканала Муз-ТВ и голосуйте за свои любимые клипы. Это была детская десятка с Яной Рудковской. Сегодня для вас работали Софи Милова и Саша Абрамейцева, Маша Громова и Валерия Сласихина, Полина Буторина и Полина Слепакова. И Яна Рудковская! И мы, ее ведущие, говорим вам всем пока!